Смотри. Хоботом как делает. Оп. Смотрит, так смотри. Джойчик. Ой, Жан, я капнул с кем-то. Планы. Слушай, не знаю, мне крокодил Бобби больше мне нравится намного, чем слоны эти. А белый слон-то где? Слушай, а вот этот, по-моему, разлагает. Слушай, смотри, какашку ест. Лёха, какашку думаешь? Пацаны, парни, экшен где? Маш, тебя зовут. Не хотел бы я такого, такое чудо встретить где-нибудь. Маш, ну ты что делаешь-то? Ну, дышит пока. Вообще, они живые или каменные? Тут что? Ух ты! Вау, да! Ты какая... Ну, давай, отпусти. Держи. Да держу, я держу. А? Маша, отпусти. Он сейчас возьмет и уползет еще. Ну хорошо. Маша, ты расслабься, ты отпусти. Ну пойдет палкой, бог с ней. Он что-нибудь достанет какой-нибудь. Ага, какой-нибудь тайм. 100 бат за палку. Тысяч. Давай, давай. Опа, 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 опа. Опа, отдай ему, отдай ему. Сейчас укусит кого-нибудь. Ну теперь он хрен достанет. Блин, Маш, ну... Вообще... Зажравшиеся они какие-то. Ну он сейчас убежит с палкой. Ну пусть забирает палку. О, они зашевелились хоть. Ну конечно, это там кого-то. А на озере аж попрыгивает. Да, крокодилы. Аж вот так вот, да, вот так. Вначале там... Блин, Маш, да расслабь, ты не натягивай, пусть поест спокойно. Он сейчас вместе с веревкой съест. А там кинули курицу, они даже не ели. Он спасет, он лежит где-то там. А вот на озере там вообще аж прыгает, аж страшно. Слышишь, ему так вот идет. Это тут же, да? Ну тут, ну да. Ну сейчас, да, сходим мы сейчас, спасибо. Убери у него веревку. Спасибо. Это дети вообще какие-то вялые. Вялые, да-да-да. Поснимай, короче, сейчас у него отберу. На, отпускай. Ходи.